приветствовать вас сегодня в этом замечательном зале на 9-м Республиканском фестивале детского художественного творчества «Дети гор», организованном администрацией и управлением культуры муниципального образования Хасавюртовский район совместно с Республиканским домом народного творчества Министерства культуры Республики Дагестан, и который проводится в формате офлайн в связи с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции. Сегодня к нам на праздник приехали юные творческие коллективы и отдельные исполнители из Хасавюртовского района. Дорогие друзья, от имени руководства управления культурой, национальной политики и туризма муниципального образования разрешите Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Дети гор» считать открытым. Друзья, сегодня все участники нашего праздника будут награждены дипломами и памятными подарками от администрации Хасавюртовского района. Ну что ж, наш фестиваль открыт. И первым я приглашаю на эту сцену детский хореографический ансамбль «Дружба». Руководитель, заслуженный артист Республики Дагестан и Ингушетии Мавсур Аслудинов. «Горский танец».
развития детского творчества награждается детский хореографический ансамбль «Дружба». Ваши бурные аплодисменты. Исполняющий обязанности начальника управления культуры, национальной политики и туризма муниципального образования Ксаревдовский район Магомед Алиев Муртазали Саид Ахмедович. И вашему коллективу подарок и диплом. Милана, тебе. На сцене квартет «Юные дарования», Центр традиционной культуры и народов России, селение Батаюрт. Руководитель за филиалом Центра традиционной культуры и народов России Женет Мусаева. Хасаева Мадина. Аплодисменты, пожалуйста. Аджиева Мадина. Аджиева Раяна. И Темишева Ума. Танец у родника исполняет Габибова Самира, руководитель Тимаева Марьям, зав. Филиалом Центра традиционной культуры народов России, село Нурадилово.
Дипломом за развитие детского творчества награждается Габибова Самира. Ваши аплодисменты. Аварская народная песня исполняет Алиева Халифат, руководитель Эльмурзаев Юсуп, зав. Филиалом Центра традиционной культуры народов России селения Ичичали.
Дипломом за развитие детского творчества награждается Алиева Халифат. Друзья мои, аплодисменты. На сцене трио Эндерчиева Фатима, Авсаматова Анай и Умарова Амина исполняют песню руководитель Хамаева Зульфия. Детского творчества награждается Эндерчиева Фатима, Умарова Амина и Абсаматова Анай. Группа кумузистов исполняют народные мелодии. Руководитель Конагбиев Этиль. Детская музыкальная школа селения Индири.
за развитие детского творчества награждается детская музыкальная школа селения Индерей. Поет Абсаматова Анай, Центр традиционной культуры народов России, селение Индерей. Географический ансамбль Центра традиционной культуры народов России, селение Индерей. We'll be right back.
творчество награждается детский хореографический ансамбль «Селение Эндерей». Аплодисменты ваши. На сцене Уцумоев Кайрбек. Подарком и дипломом за развитие детского творчества. На сцене детский хореографический ансамбль «Радуга», «Андийский танец». Thank you.
Молодцы, молодцы. С дипломом и памятным подарком награждается детская школа искусств «Ансамбль Радуга». Ну что ж, дорогие друзья, вот и завершился наш праздник, 9-й республиканский фестиваль детского художественного творчества «Дети гор», организованный муниципальным образованием Хасавюртовский район совместно с Республиканским домом народного творчества Министерства культуры Республики Дагестан. Мы благодарим всех участников нашего праздника и выражаем особую благодарность за поддержку фестиваля главе муниципального образования Хасавюртовский район Салаву Джамбулат Шапиевичу. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами, желаем вам добра, мира, благополучия и новых творческих успехов. Пусть этот праздник принесет в каждый дом частичку мира, добра и благополучия. И пусть тепло этого праздника надолго сохранится в ваших сердцах. До свидания и до новых встреч!